Идеально ровное покрытие, большое пространство. Вблизи домов 12 и 15 по улице Панфилова открыли бесплатный каток с искусственным льдом. Площадь 1300 квадратных метров. Кататься – одно удовольствие. Все для занятия хоккеем, фигурным катанием и просто для отдыха. Добрый день, друзья. От лица главы городского клуба «Химки» Дмитрия Волошина приветствую вас в этот прекрасный день на нашем замечательном катке. Программа губернатора Андрея Юрьевича Воробьева «Зима в Подмосковье в действии». Сегодня мы открываем наш замечательный каток. Каток на Панфилова был открыт в 2018 году по программе губернатора Московской области «Спорт Подмосковья». Здесь оборудованы теплые раздевалки, зоны заточки и проката коньков. Это, конечно, не единственная подобная площадка. Через 10-12 максимум 14 дней мы должны открыть все 25 ледовых площадок, запланированные в нашем округе. Каток на Панфилова работает ежедневно с 10 до 22.00. Вход свободный. При посещении необходимо учитывать расписание площадки. В определенные часы здесь проходят тренировки по хоккею и фигурному катанию. Нина Липанова, Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.